Бляха, в комнате 32 градуса. По ночам, похоже, нужно записывать. Опять же, сейчас вечер и 32 градуса. Что может пойти не так? Добро пожаловать, мои хорошие, меня зовут Алексей, и обалденное задание, 2 союзника и 5 противников. Оу. Давайте начинаем застраивать противника, потом уже будут бегать на шару, его жухать и даже не заморачиваться. Братан, давай. Да уж, побегаем его, пожухаем, можно даже не переживать. Больше этого, значит, давайте поставим наше здание, вот, и уже можно делать лагерь. Ассасины, вот, впарим наши войска и скорость сделаем повыше. Я уже 2 раза чуваку говорил, уже начал отвечать в комментариях, и у меня нету клавиши плюс и минус на клавиатуре, и, в общем, я по-разному пытался, нажимал через Shift, ну, то есть у меня получается через Shift можно нажать, а плюс и минус, но Stronghold этого не понимает. И даже используя разные программы по замене клавиш, Stronghold этого тоже не понимает, поэтому... я уже не знаю. Ну, чувак написал, типа, хорошо, я понял. Я уже 2 раза ему говорил, нет у меня плюс и минус на клавиатуре. Но так иначе, давайте уже продвигаться дальше и, в общем, не заморачиваться. Нанимаем больше. Ассасины, это беда называла. Нихера там, рыцари, о, блядок. Вот, базовых ресов не так уж и много, и после убийства противника получим больше ресов и сможем нанимать больше наших парней. Хорошо, уже забегаем, залетаем, значит, давайте не заморачиваться, в общем, заказывать больше ассасины и продвигаться дальше, да уж. Забираем наших ассасины, давайте следующий. О, хорош. Ну, опять же, там есть просто куча рыцарей, поэтому немного переживаю, но где наша не пропадала? Нихера он там с катапульта уже поливает, обалдеть, братан, нормально общались, весело. Ага, продвигаемся дальше. Ассасины, знаешь, иногда бывает боятся, когда начинаешь жамкать с катапульта, они начинают стоять, тупить, не очень приятная тема. И, кстати, чувак написал обалденную тему, о которой я не знал, когда у тебя ассасины забегают на ворота, ворота, получается, открывают они сами. То есть, когда у противника нету войск на воротах, и там уже забрались ассасины, они как бы захватывают ворота и открывают. Да уж, о такой теме я не знал, был приятно удивлен, но, как говорится, век живи, век учись. Хорошо, давайте, хер наведешь, хер попадешь. В общем, продвигаемся дальше. Вот, и уже в атаку, манем. Ага, значит, давайте больше ассасины. Ассасины. Да уж, я не понимаю, почему у нас так мало жителей. Казалось бы, все хорошо. Он еще Михалыч. Они, похоже, пожамкали амбар, поэтому, в общем, население оставляет желать лучшего. Хорошо, значит, давайте больше ассасинов. Наши парни уже продвигаются, поэтому можно не париться. В общем, соединим наши отряды и потом его пожухаем. О, давай, получай по щам. Ага, получай, ублюдок. Да уж, за счет низкой репутации у нас, в общем, парни скапливаются не очень активно, поэтому ничего поделать не можем. Хорошо, давайте уже продвигаться дальше и, в общем, не париться. Братан, здорово. Ага, в общем, забегаем, залетаем, значит, здание можно делать поближе, тем более там остается уже последний противник, поэтому, в общем, поднимаемся, убиваем и одерживаем победу. Давайте больше ассасинов. Не очень приятная тема, что наши парни еле скапливаются, хотя ресы позволяют, но ничего поделать не можем. Вот, и противник последний, похоже, дожидается нашего пришествия, но, в общем, скоро до него доберемся, нанимаем больше ассасинов, и потом сможем его пожухать, победа будет за нами. Вот опять же, какого хера они стоят? Понимаешь, ребят, если ты это не контролируешь, получается, по ним шмакнула катапульта пару раз, и они стоят. И спокойно она их убивает. Не очень хорошо, не очень приятно, но так иначе. Уже последний противник остается. Давайте собираем наших парней и уже идем в атаку. Братан, здорово. Ага, на шару. Фух, весело, значит, пробегаем, забегаем и уже донанимаем наших ассасинов, хотя они, похоже, уже не дотопают, потому что победа будет за нами. Визуально там по войскам все плохо, меня зовут Алёха, но так иначе, в общем, не переживаем, поднимаемся и одерживаем нашу победу. О, там кого-то выводят, похоже. Да уж, стены очень большие, поэтому местами хер поймешь, хер наведешь, но так иначе уже перебираемся на стену замка и давайте одерживать нашу победу. Последний противник, Лася. Давай, начинай. Весело. Обалденное задание, так иначе, если понравилось, жмакайте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, есть группа ВКонтакте. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.